Об этой книжечке, да, обнаружены мной, конечно, серьезные замечания. Это Носов, «Фантазеры». Аж и хочется запеть эту песенку, но не буду. Значит так, смотрите, этот экземплярчик стоил 3 рубля 65 копеечек в глубокой сабдепе. Здесь, значит, вот такой вот откусыш, обзовем это так. Так, это Москва, 1957 год. Пеньки, все с иллюстрациями, такая вот веселая, добрая книжечка. Все страницы на своих местах, но здесь вот есть вот в конце лета. Местами она вся надорвана, вот такие вот замечания. Поэтому продается под реставрацию. Сейчас последнюю страничку сходу покажу. Так, тираж 500 000. Одна страничка надорвана, можно подклеить. Вот вторая, третья. Даже чуть больше. Ну вот это вот 2-3 странички надорваны. А так дальше все в целом. И другие. Я думаю, все максимально детально так показал. Претензии возвраты не принимаю. Ссылочка в описании. Фантазеры. Уже сегодня у меня